Евразия. Крупнейший континент мира. Около 10 тысяч километров от Тихого до Атлантического океана. Внушительное расстояние даже в наше время. И все же, благодаря предприимчивости людей, это расстояние было пройдено и обрело имя. Шелковый путь. Удивительно прибыльный маршрут торговли. И не только. Тысячи лет экзотические товары, новые технологии, армии завоевателей и гениальные идеи шли по великому шелковому пути. Шелковый путь помогал строить империи и разрушать их. Он раздувал пламя революций, вел к великим открытиям и ковал прочные связи между людьми далеких стран. Шелковый путь позволил людям осознать, что там, в других краях, тоже люди. Он позволил Востоку и Западу взглянуть друг на друга. Это рассказ о том, что торговый шелковый путь дарил людям больше, чем богатство. Это эпос о том, как шелковый путь помог создать мир, породивший нас. Шелковый путь между Востоком и Западом. Первая серия. Война. Две тысячи лет назад Римская империя казалась непобедимой. Рим покорил большую часть Европы и послал свои легионы через Восточное Средиземноморье на Ближний Восток, ворота к богатствам Азии. Но поход на восток стал кровавой дорогой. В 53 году до нашей эры возле месопотамского города Карры парфяне, империя, смешавшая персидскую и греческую культуры, выступили против армии Рима. Исход битвы казался предсказуемым. Около 40 тысяч римлян встретились всего с 10 тысячами парфян. Римские легионы были лучшей пехотой Европы. Тут была лишь одна загвоздка. Парфянская армия не была пехотной. У парфян была кавалерия, конные лучники, подвижные, быстрые, как ветер. Римляне поступили так же, как делали всегда. Заняли позицию. Они построились квадратом, защищенным со всех сторон. Но для парфянских конных лучников это ничего не значило. Потому что они просто кружили вокруг них, галопировали и галопировали мимо римского строя, стреляя в легионеров сёдел. Тысячи и тысячи стрел летели в римлян. Легионерам был дан приказ построиться в тестудо. Первые ряды плотно смыкали щиты, а остальные поднимали их над головой, создавая крышу. Так римляне защищались от стрельбы. Тестудо — латинское название черепахи. Но у парфян был ответ на этот маневр. Молот, который мог вскрыть черепаший панцирь. Парфянским молотом были катафракты. Греческое слово, означающее «в полной броне». Кони-всадник носили тяжелую кольчугу.
катафракт можно назвать танком древнего мира. При Икарах атака катафрактов сломала Тестудо. Открыв легионеров еще большему ливню из стрел. Более 30 тысяч римлян были убиты или взяты в плен. Парфяне почти никого не потеряли. Это было одно из тяжелейших поражений Рима. Но в нем таилось кое-что еще. Римский историк писал, что парфяне ослепляли римлян яркими знаменами, сделанными из особой ткани – шелка. Это может быть просто легендой. Но примерно в то время римляне полюбили китайский шелк, а Китай начал поставлять шелк в Рим в обмен на стеклянную посуду и золото. Это дало Евразийскому торговому пути его современное имя – «Шелковый путь». Но задолго до битвы римлян с парфянами при Карах торговля между людьми Евразии влияла на судьбы, открывала дорогу новому и меняла мир. При Карах парфяне победили при помощи тактики, появившейся на столетия раньше и за тысячи километров отсюда. В степях Центральной Азии. Просторы суши, где победа в битве, да и сама жизнь, зависели от умения ехать очень далеко, очень быстро. За тысячи лет до битвы при Карах в этих пустошах произошла транспортная революция. У нас есть доказательства существования одомашненных лошадей на территории современных Казахстана и юга России за 3500 лет до нашей эры. И мы считаем, что впервые лошади были приручены и объезжены за 500 или, может, 1000 лет до того, вплоть до 4500 лет до нашей эры. Приручение лошадей стало первым шагом к появлению кавалерии. Но до второго шага должно было пройти много времени. Первым применением лошадей на войне стали колесницы. Найдена хорошо сохранившаяся колесница Тутанхамона, которую многие видели в музеях. Известно, что жители Ближнего Востока начали использовать колесницы в битвах примерно за 1600-1700 лет до нашей эры. Лошадей не применяли как организованную кавалерию примерно до 900 лет до нашей эры. К тому моменту колесницы существовали уже почти 1000 лет. Мне всегда казалось странным, что кавалерия появилась позже колесниц. Колесницей очень трудно управлять. Вам нужно обучить двух коней работать вместе. Они тянут неуклюжую повозку, на которой стоят два человека, возница и воин. Научить лошадей и людей действовать вместе довольно сложно. Запрыгнуть на спину лошади куда проще. Так почему же кавалерия появилась позже колесниц?
На мой взгляд, дело в том, что для кавалерии были необходимы три изобретения. Первое изобретение — составной рекурсивный лук. Самое раннее упоминание о рекурсивном луке относится к поздним временам китайской династии Шан, датируется примерно от 1300 до 1100 года до нашей эры. Китайские императоры общались со своими предками, разогревая кости животных или черепашьи панцири, пока те не трескались, а потом изучая, на что похожи трещины. На одной из так называемых гадальных костей есть китайский иероглиф, означающий «лук». Самое раннее известное изображение рекурсивного лука. А в гробнице госпожи Фухао, супруги императора и прославленного армейского командира, археологи нашли больше свидетельств. Это кольцо для защиты пальца при натягивании тетивы. А другая деталь — из середины рекурсивного лука, там, где его держат. Сами луки не сохранились, поэтому трудно выяснить, где они были сделаны. Вполне возможно, что их части принадлежат географически разным местам. Какой долгий путь проделал рекурсивный лук по Евразии, было выяснено в 2005 году в Янгхае, в Синьцзянском регионе Китая. Деревянные луки редко сохраняются в земле, но благодаря холодному сухому климату Синьцзяна один из них нашли в могиле 3000-летней давности. Другие вещи и останки людей, найденные в некрополе Янгхай, подтвердили, что лук был сделан скифами – высокоразвитой культурой, появившейся на юге России и странствовавшей на лошадях по просторам Евразии. Истинное место появления составного рекурсивного лука остается археологической загадкой. Но нет сомнений, что 3000 летия назад это было революционное изобретение для любого всадника. Сила лука в его длине. Чем длиннее лук, тем мощнее он бьет. Рекурсивный лук при должной силе еще и короток. Из него можно стрелять со спины лошади и над ее головой. Его намного проще натягивать, сидя верхом. Но так как сделать рекурсивный лук технологически намного сложнее, прошло много времени, прежде чем мастерство лукоделов достигло этого уровня. Рекурсивный лук — это синусоида. У него сложные изгибы и неснимаемая тетива. Но его можно сделать только составным, то есть для него нужны несколько материалов. Основа, конечно, дерево, обычно бук. Еще вы берете рог, рог азиатского буйвола, и еще жилу, сухожилие животного. Разбив немного жилу, вы можете ее разорвать и получить великолепные волокна с невероятной силой натяжения. Ваша тетива будет эластичной и не даст луку распрямиться. Все эти материалы создают силу натяжения лука. Но только если лукоделы смогут решить серьезную проблему. Как не дать настолько мощному луку из настолько разных материалов разрушить самого себя? Где-то в Евразии, многие века назад, некий неизвестный гений нашел ответ. Это плавательный пузырь осетра, рыбы из Черного моря. И если вы его сначала разломаете, а потом положите в горячую воду, вы получите великолепный тягучий клей. Простая идея сделать клей из рыбьего пузыря стала технологическим прорывом с огромными последствиями. Она позволила родиться составному луку, а он произвел революцию в военном деле и повлиял на ход истории. Составной рекурсивный лук породил новых воинов, конных лучников. Конные лучники смогли стрелять с сёдел из-за новой технологии — составного лука.
Эти луки были короткими, компактными и позволяли вам стрелять со спины лошади. Видите, я могу повернуться на другой бок, могу обернуться и стрелять назад. Он намного больше подходит кавалеристу. Каждый, кто видел в бою евразийских кочевников, будь то друг или враг, хотел себе составной рекурсивный лук. К началу первого тысячелетия до нашей эры его применяли от Востока Азии до Восточной Европы. Рекурсивный лук дал конному лучнику убийственную мощь. Но он не сделал его кавалеристом. Чтобы конные лучники смогли сражаться как эффективная военная сила, им нужен был большой запас одинаковых стрел. А его не было. Наконечники стрел были разного размера и веса. Некоторые делались из кости, некоторые — из кремня, некоторые — из бронзы. Все они делались индивидуально, и вам нужно было при выстреле учитывать разный вес стрел. А значит, отряд воинов выпускал бы стрелы отличающегося веса, и они бы пролетали разное расстояние. Одна из особенностей каменных наконечников — сглаженный тыл. Но как прикрепить его к стреле? Только привязать к древку веревкой или бычьими жилами. Просто привязать. У этого способа есть два недостатка. Во-первых, такие стрелы легко меняют направление при выстреле. Во-вторых, наконечники отваливаются. Одним из технологических изобретений стало появление втульчатого наконечника, который обычно делали из бронзы. Их изготавливали по шаблону, отливали в форме, а значит, из одной и той же формы можно было получить бесконечное количество втульчатых наконечников одинакового веса. Отливка втульчатых наконечников была сложным делом. Вам нужна была форма со стержнем, там, где будет выемка. Потом вы заливаете в нее расплавленный металл, так что в процессе хватало разных тонкостей. Появление наконечников одного размера и веса стало второй технологической революцией Центральной Азии. Впервые конные воины могли координировать свою стрельбу по неприятелю. При одинаковых наконечниках, каждый раз натягивая лук, вы знаете, что ваша стрела будет примерно того же веса, что и предыдущая. Поэтому вы можете хорошо оценить расстояние и снос. А еще, когда все лучники одновременно выпускают стрелы с наконечниками одного веса, то те пролетят одинаковую дистанцию. Втульчатый наконечник вы можете надеть прямо на древко. Примерно так. В чем преимущество таких наконечников? Их изобретение заметно улучшило смертоносность и эффективность древних стрел. Даже в хаосе битвы стрелок мог легко выцелить врага. Он не терял направления, когда быстро находил цель. Это изобретение стало гигантским шагом в истории человечества. Археологи считают, что примерно во втором тысячелетии до нашей эры втульчатые бронзовые наконечники начали путь на восток, тогда как составной рекурсивный лук шел на запад. Примерно в 900 году до нашей эры втульчатый наконечник и рекурсивный лук встретились в районе Таримской впадины в Центральной Азии. Их соединили торговцы, воины и кочевники, путешествовавшие между Востоком и Западом. После 700 года до нашей эры можно найти тысячи наконечников. Дюжина наконечников лежит в каждом колчане в могиле. Это было настоящее массовое производство. Технология бронзовых втульчатых наконечников превратила Среднюю Азию в арсенал. Но кавалерии еще не было, пока воины не стали солдатами.
Третье изобретение – воинская дисциплина. Это был настоящий век героев. Отдельные воины шли и совершали подвиги сами по себе, прославляя каждый свое имя. Именно такой стиль ведения войны описывается в «Илиаде» и «Одиссее», или в «Ригведе», священном тексте, лежащем в основе современного индуизма. Новая перемена была изменением в психологии, в понимании воинского духа. Из отдельных бойцов воины стали отрядом, подчиняющимся слову своего командира, атакующим и отступающим по его команде. Психологическое превращение воина-героя в солдата, возможно, связано с городской тактикой, с армиями великих городов, Месопотамии и Ирана. Эта психология распространялась на север, в степи, и была принята кочевниками равнин. В том же регионе пересеклись пути рекурсивных луков и втульчатых наконечников. Пока рекурсивные луки шли на запад, а втульчатые наконечники на восток, идея воинской дисциплины продвигалась на север. Примерно в 900 году до нашей эры все три фактора сошлись в сердце Центральной Азии. Когда эти три вещи сошлись вместе, кавалерия стала смертельной военной силой. Силой, сурово испытавшей самые могучие армии древнего мира. 2000 лет назад, когда римляне шли на восток, расширяя свою империю, Китай двинулся на запад. И, как и римляне, китайцы столкнулись с грозными врагами на лошадях. Хунну были кочевниками из степей Центральной Азии. Вооруженные рекурсивными луками и втульчатыми наконечниками, они сражались как дисциплинированная армия. Они разоряли китайские деревни и грабили растущую торговлю между Западом и Востоком. И никто не мог их остановить. Хунну были настоящей головной болью для древнего Китая. Они просто приходили и шли дальше и дальше. Хунну хотели заполучить более совершенные вещи, которые создавали китайцы. Ради них они совершали набеги. Представьте, что вы китайская крестьянка, и эти люди возникают из ниоткуда, вылетают из-за каждого холма без всякого предупреждения, нападают на деревню. Они убивают старосту, убивают вашего мужа, хватают и волокут женщин, и нигде не спрятаться. Вокруг вихрь пыли и стрел, они здесь и там, и вот они забирают добычу и мчатся прочь. Китай посылал армии против хунну. Знаменитые терракотовые воины показывают размеры и мощь китайских армий. Но китайцы сражались пешими и на колесницах. Неэффективно против подвижной кавалерии. Китайский придворный писал, что хунну перемещаются, как стая птиц над землей. Их не остановить. Как только конные войска стали опасными и эффективными, они превратились в бедствие. Если вы фермер, кочевники знают, где вы будете. Ваш дом стоит на месте круглый год, а когда ваш урожай созревает, вы должны его собрать. Но врагам известно, какое на дворе время года. И наоборот, когда вы хотите напасть на них, вы не знаете, где они сейчас. Или куда направляются. Вы должны для начала их отыскать. Чтобы победить хунну, китайцам нужно было сражаться так же, как они. Им была нужна кавалерия.
Сохранились китайские военные трактаты, учившие их офицеров, как противостоять тактике и методам Хуну. Эти трактаты привнесли в китайскую армию идею кавалерии. Но китайцы не сражались верхом приблизительно до 350 года до нашей эры. Для начала китайской армии пришлось столкнуться с сопротивлением знатных семей, говоривших: «Мой отец сражался на колеснице, и его отец сражался на колеснице, и я взойду на колесницу в длинных одеждах, как и мои предки». Но прошло не так много времени, как китайские воины сменили традиционные длинные развивающиеся одежды на короткую форму, не мешавшую садиться на лошадь. Сама жизнь, все обстоятельства заставили их сбросить балахоны, надеть штаны и выучиться стрелять из лука с седла. И тогда они тоже стали грозным войском конных лучников. Китайские конники прекрасно научились стрелять из составных рекурсивных луков и их смертельного оружия – арбалета. Пока кавалерия обучалась, Китай соглашался выплачивать хунну дань деньгами и шелком, но в 133 году до нашей эры император Хань Уди отказался платить и послал свою армию против Хунну. Китайская конница разбила кочевников. И Китай получил новые территории в степях. Отвел опасность от торговых путей и открыл новые горизонты. С одной стороны, этот нескончаемый конфликт между Хунну и народом Китая заставлял китайцев постоянно совершенствовать военное дело. С другой стороны, он разрушал то, что казалось незыблемым. Даже границы территорий постоянно продвигались то вперед, то назад двумя армиями. Это было стимулом для обмена, для политических перемен, для новых идей, для традиций в искусстве. Это была и новая эра для шелкового пути. Римское золото успешно шло на восток в обмен на китайские шелка. А Кушанское царство в Центральной Азии с успехом продавало в Китай другую ценность – нефрит. Караваны шелкового пути проходили через эту остановку на западной границе Китая. И столько из них везли кушанский нефрит, что она получила название «Нефритовые врата». Китайские аристократы ценили нефрит за его красоту, и не только. Они верили, что нефрит дарует им вечную жизнь. Для правителей создавали нефритовые погребальные доспехи, чтобы сохранить их тела в могилах. Они верили, что после смерти нужно закрыть все отверстия тела, чтобы сохранить дух внутри человека. А нефрит считался материалом огромной защитной силы для загробной жизни. И это объясняет, зачем они делали доспехи
из тысяч пластинок нефрита. И, конечно, если вы император, то ваш погребальный доспех будет из лучшего нефрита западных областей. Во времена Римской империи Великий Шелковый путь процветал, пока армии Китая, Персии и Кушана оберегали торговлю Евразии. Китай выиграл противостояние со степными кочевниками. Но конные лучники Центральной Азии вписали свои имена в историю. В IV веке нашей эры в Европу вторгся народ Центральной Азии, чье имя до сих пор связано с варварской жестокостью. Восточная Европа, около 400 года нашей эры. Гунны, которые проложили себе дорогу до самого Рима. Европейские варварские народы, такие как готы и визиготы, бежали под угрозой истребления и искали спасения на землях Рима. Когда гунны покинули римский мир, эти варвары-беженцы остались. И это был исторический момент. Западная Римская империя погрузилась в хаос. Когда варварские племена, недовольные своей судьбой, восстали против власти Рима, а слабые римские императоры не могли с ними справиться. Когда Рим пришел в упадок, кочующий народ конных лучников, авары, создал свою страну на востоке Европы, принеся с собой другое азиатское военное изобретение – стремена. Это китайская статуя IV века нашей эры, самое раннее известное изображение стремян. Через 300 лет аварские всадники пронесли стремена через Венгрию. К 8 веку нашей эры стремена распространились от одного края Евразии до другого. И конные войска вступили в новую эпоху. Важность стремени в том, какое оружие вы можете использовать, будучи верхом. Оно дало возможность всадникам взять в руки то оружие, с которым вы не справитесь без стремян. Одно из них — это длинная сабля. Когда вы ею сражаетесь, вы должны привставать над конской спиной, а стремена позволяют наезднику не вылететь из седла от соударения клинка с неподвижной целью. Другое большое оружие, возможное при стременах, это кавалерийская пика, которую держат в руке. Вы можете ткнуть кого-то копьем и выдернуть оружие, даже проезжая без стремян. Но если вы используете копье как ударное оружие, то оно вышвырнет вас с лошади, если у вас нет стремян. Стремена позволили применять длинные мечи и копья как ударное оружие против неподвижных целей и при этом удержаться в седле. Так что они дали дорогу настоящей тяжелой кавалерии. Теперь всадник стал единым целым с конем. Они были накрепко соединены стременами, и, взяв в руку длинное копье, он превращался в снаряд удивительной мощи. Человек, лошадь, седло, копье — все воедино в грозной атаке. Это эпоха рыцарей Средневековья. Сила средневекового рыцаря была в сочетании азиатских стремян
и древней ударной тактики персидских катафрактов с европейским изобретением. Подвижным пластинчатым доспехом. Достаточно прочным, чтобы защитить носителя от ударов меча или копья, но достаточно легким, чтобы обеспечить свободу движений в седле или на земле. Никогда еще тяжелая кавалерия не была настолько грозным оружием. Средневековое применение кавалерии опиралось на силу удара всадника, на его общий вес и разгон. В данном случае удар конного рыцаря по врагу действительно получался сокрушительным. Монголия. Около 1200 года нашей эры. Но даже славное рыцарство Европы было побеждено конницей Центральной Азии, вышедшей из степей и изменившей мир. Крупнейшую империю из захваченных территорий создали пастухи-кочевники Центральной Азии. В XIII веке завоевания монголов простирались до Польши на западе и Японского моря на востоке. Монгольская армия сочетала грозную силу конных лучников с очень искусной организацией войска. Они могли очень быстро добраться до поля сражения. Их конница атаковала позиции врага, прежде чем тот успевал выстроиться, что было стратегической и психологической победой. Говорилось, что эти конники появлялись точно с неба и также быстро могли исчезнуть. Западные, особенно европейские историки, писали, что монголы возникают на горизонте как отдельные точки, но внезапно обрушиваются на тебя, как черная туча. Их сутью была неожиданная атака, внезапное нападение. Этому невозможно было противостоять. Монголы вошли в историю как безжалостные убийцы. Но это были еще и очень умные, изобретательные, нередко благородные завоеватели. Они сделали шелковый путь безопасным. Торговля между Западом и Востоком шла по покоренным монголами землям, монгольскому миру. До эпохи монгольского мира торговцам и караванам шелкового пути угрожали разбойники. Но репутация Чингисхана и его наследников обеспечила мир и спокойствие на шелковом пути, потому что разбойники очень боялись монгольских воинов. Монгольский мир, контроль над торговлей и обменом, ставший возможным под властью монголов, соединил Китай с Европой и Ближним Востоком, впервые в истории действительно сблизив их. И это серьезно повлияло на развитие европейской цивилизации. Защищенный монгольским миром, желая добрых отношений с Монгольской империей, европейцы ездили на восток, как никогда раньше. Торговцы, миссионеры и дипломаты хлынули на восток по шелковому пути, привозя назад популярные азиатские товары. Ткани, пряности, а еще истории о богатствах и чудесах Востока. Настоящие или выдуманные, но всегда захватывающие. От Европы до Китая шелковый путь приносил новые знания о далеких краях. Шелковый путь
позволил людям осознать, что там, в других краях, тоже люди. Он позволил Востоку и Западу взглянуть друг на друга. Итальянские города Венеция и Генуя богатели. Их торговцы спокойно путешествовали через Евразию, основывали торговые пункты на Черном море, чтобы получить товары шелкового пути. Их восточная прибыль превращалась в шедевры искусства и архитектуры. Но вскоре соперничество толкнуло их на войну друг с другом. В одной из войн Генуя захватила в плен богатого венецианского торговца по имени Марко Поло. Сидя в генуэзской тюрьме, Поло диктовал историю своего странствия по шелковому пути в Китай соседу-узнику. Сегодня эксперты спорят, действительно ли Марко Поло побывал в Китае или просто пересказал истории, которые слышал от других путешественников на шелковом пути. Но нет сомнений, что путешествия Марко Поло стали одной из самых влиятельных книг в человеческой истории. Эта книга очаровала Европу историями о безграничном богатстве и развитой цивилизации Китая. Но еще до того, как Марко Поло рассказывал свои истории в генуэзской тюрьме, китайское изобретение добралось через Евразию до Запада. Нечто, созданное столетиями ранее, когда эксперимент окончился несчастьем. Китай, династия Тан, около 850 года нашей эры. Алхимики древнего Китая создавали настойки из свинца или ртути для своих благородных покровителей, которые верили, что выпитый металл дарует им бессмертие. Вместо этого эликсиры убивали их или сводили с ума. Другим опасным сочетанием была сера, нагреваемая вместе с органическим нитратом, найденным в почве Китая. Сейчас его называют селитрой. Когда алхимики экспериментировали с этой формулой, смесь взорвалась, ранив алхимиков и спалив их лабораторию. Из этого несчастья родилась химическая смесь, которой нет равных. Она не сумела стать эликсиром бессмертия, зато проявила себя как мощное орудие смерти. Этот китайский буддистский свиток, датированный примерно 950 годом нашей эры, изображает демонов, окруживших сидящего Будду. Один демон держит то, что китайцы называли «хо-цян», или «огненное копье». Это самое раннее известное изображение оружия, использующего опасную смесь селитры и серы, вошедшую в историю как порох. В начале 13 века монголы напали на Китай династии Цзинь. Армия династии Цзинь сражалась взрывающимися пороховыми бомбами. Но когда монголы захватили часть территории Китая, китайские артиллеристы присоединились к их армии и шли на запад, принося с собой свое вооружение. Монголы забрасывали русские и польские города взрывающимися бомбами, и европейцы на собственной шкуре ощутили силу пороха. К концу 13-го столетия формулу пороха открыли в Англии, и европейцы создали свои варианты нового оружия. Довольно скоро это китайское изобретение изменило историю Европы.
26 августа 1346 года у деревни Кресси в Северной Франции сошлись в битве французские и английские войска. На прекрасных скакунах, в прочных доспехах выстроился цвет французского рыцарства. У англичан встали в строй совсем другие отряды. Тысячи опытных лучников. Французы послали генуэзских наемных арбалетчиков начать атаку на англичан перед тем, как рыцари уничтожат врага. Но английский король Эдуард III потратил годы на обучение своих лучников, и все это обучение окупилось сполна. Ничего подобного в те времена не видели в сражениях Запада. Первая туча стрел, которую выпустили лучники при Кресси, ознаменовала собой нечто абсолютно новое для большинства французских солдат, стоявших на том поле битвы. Эти стрелы обрушились на них. Это было жуткое зрелище. И, конечно, оно возымело мгновенный эффект. Под ливнем английских стрел генуэзцы дрогнули и побежали. И, судя по средневековым свидетельствам, им внушило ужас и другое английское оружие. Джованни Виллани вскоре после битвы писал в своей хронике: «Так громок и ужасен был грохот английских пушек, что они решили, что сам Господь гневается». Английские пушки метали железные ядра пламенем. Они издавали громоподобный звук и убили множество людей и лошадей. Подобный грохот был беспрецедентным для солдат на поле боя. Ничего в их жизни не могло их подготовить к бах такой громкости, сопровождаемому дымом и едким запахом серы, повисавшим в воздухе. Они никогда не видели подобного, пока люди вокруг них не начали падать. Даже профессиональные солдаты-генуэзцы не сталкивались ни с чем таким. Впечатление было ужасающим. Неудивительно, что они смешались и побежали. Они повернулись и бежали прямо на идущую в атаку французскую кавалерию. Конница французов только явилась на поле боя, и рыцари были взбешены, что их наемники убегают. Они прокляли трусов и помчались через них. Так что от французских копыт погибло не меньше генуэзцев, чем от английских стрел и ядер. А французские рыцари, все 12 тысяч, вдвое больше, чем английская армия, ринулись в атаку на англичан. И они тоже падали под английскими стрелами и пушечными ядрами. Они бросались снова и снова и снова, 15-16 атак, но их лошадей разрывало в клочья, а людей выбрасывало из сёдел, а на тех, кому повезло удержаться, могли накинуться пехотинцы, стаскивавшие рыцарей с коней. Это исторический момент, когда менялся мир. Так начинался закат средневековых рыцарей. Битва при Кресси вошла в историю как одно из первых применений пороховых орудий в европейском сражении.
спустя 500 лет после того, как он спалил лабораторию китайского алхимика, порох стал истинным орудием судьбы. После Кресси было лишь вопросом времени, когда судьбы людей и наций начнут решать ружья. Всего через 2 столетия европейцы, благодаря своей артиллерии, смогут покорить мир. Создавая империи, которые разовьются в современную культуру мировой торговли, которые свяжут людей торговлей, а не оружием. Но до того, как Европа смогла заняться строительством империй, ее средневековый уклад рухнул под катастрофическим ударом. Тем, что выкует новую Европу в горниле ужаса. Пока при Кресси грохотали пушки, что-то еще шло по евразийским торговым путям. Нечто, что убьет десятки миллионов европейцев. Апокалиптическое количество смертей, которое заложит основы современного мира.